Ростелеком в Башкортостане поздравил своего 450-го абонента, подключившего тариф «Юбилейный». Он был разработан специально ко дню рождения башкирской столицы. Как оказалось, тариф помогает не только экономить, но и учитывает интересы всех членов семьи. Подробности далее. От нас небольшой презент. Да, это чтобы немножко еще компания «Ростелеком» с вами была не только с услугами связи, но и какое-то дополнение. Смена провайдера принесла двойную выгоду. Как говорит Фируза Юсупова, ей посчастливилось еще и сэкономить. Тариф «Юбилейный» стоит символические 450 рублей. Специалисты заменили провода, подключили, полтора часа, и вот уже в квартире высокоскоростной интернет. Хватает даже, когда вся семья выходит в сеть. Скорость интернета устраивает нас тем, что у нас очень большая семья. Внуки занимаются в ноутбуке. У них он старший учится в классе программирования. То есть вечером мы собираемся, мы все сидим в интернете. Все. У нас пять человек, трое взрослых, двое малышей. Но мы все, когда все включаем, у нас все работает, ничего не зависает. Кроме скоростного интернета, доступно интерактивное телевидение. Это более 200 каналов. У каждого члена семьи свои предпочтения. Например, младший внук смотрит кулинарные передачи, а сама Фируза Фаргатовна любит программы о путешествиях. Но настоящим сюрпризом для семьи стало то, что в пакет бесплатно входит онлайн-кинотеатр «Винг», в котором насчитывается 27 тысяч фильмов и сериалов. Я вообще смотрю их запоем. Вечером, когда все собираются за столом, мне внуки говорят: «Нэнэ, ты сегодня где путешествовала?» Я говорю: «Я сегодня была в Таиланде, я была во Франции, смотрела, как готовят сыры из козьего молока». Все устраивает. И «Винг», бесплатный «Винг». Это супер. Специальная цена действует полгода. Далее плата за пакет составит 600 рублей. То есть за 6 месяцев участники акции экономят 900 рублей. С 1 по 12 июня все абоненты Ростелекома, проживающие в Уфе, получат 450 праздничных бонусов. Их можно будет потратить на товары и услуги по программе лояльности. Кроме того, Ростелеком в Башкортостане стал официальным цифровым партнером 450-летия Уфы. Это значит, что мы будем помогать обеспечивать сферу развлечений, наполнять ее безопасностью, наполнять ее доступным интернетом, чтобы люди могли во время гуляния где-то подключиться, либо организаторы могли реализовывать свои потребности. И, безусловно, устанавливать видеонаблюдение, потому что да, в рамках таких больших праздников важно, чтобы все это проходило безопасно и комплексно. Такие возможности и опыт у Ростелекома есть. Глобальный оператор последовательно внедряет инновационные решения в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов. Занимается собственной разработкой программного обеспечения, производством телеком-оборудования и направит свои ресурсы на поддержку масштабных событий, которые ожидают Уфу в юбилейный год.